Ребятки, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, у нас идет первая загрузка игры после воскресенья, после окончания турнира за Умунозавра. Да, у нас там запоролось второе видео, не знаю, каким чудом не записался звук, микрофон был включен, но почему-то звук игры записан, а звук микрофона как-то отошел, может, у меня уже где-то гарнитура переломилась и в какой-то момент перестала записывать, так что... Не могу объяснить, почему там звука не было. Но вот мы получили второго Умонозавра, ребятки, потому что я перед тем, как снимал вторую часть, я играл немножко за кадром, чтобы вернуться на то место, на котором мы закончили первую часть, на 90 какое-то место там в Лиге Доминатор. И вот тогда мне попался этот набор. Вот, собственно говоря, скриншот я и успел сделать, который я и выставил. И выставил на превьюшку видосика. Так, ну сейчас у нас уже дела другие. Надеюсь, звук у меня пишется. Да, надо проверять. Сейчас будем проверять эти все показатели. Отлично. Вот наш Умунозавр. У меня их прилично. 2390 на 1119. Такие вот у нас показатели. Что у нас здесь? Так, можем открыть Энтелодонта, да? Ну, давайте, давайте, давайте. Так, ну, перед этим. Ну, ты будешь долго выскакивать. Так, Вайбер, надоедливый. Когда, пока не прочитаешь... О, блин, что сделал? Зачем я 38 миллионов потратил на мясо, которое мне не надо? Мне 999. Ого, ничего себе. Смотрите, сколько я потратил 60 миллионов монет. Представляете себе? Это жестоко. Так, ну, за 10 тысяч мы всегда можем купить телозавра, потому, ну, если бы он нам нужен был. Так, ну, теперь давайте будем сейчас восстанавливать наши миллионы. Ну, это буквально займет один день. Завтра будет уже 999. Так. Там-там-там. Давайте ж пособираем уже, чтобы все было. Так, какие завтра? Тут уже практически... Практически все. Практически восстановится. Так, ну здесь собирать бесполезно. Так, Дилофозавр, иди отдыхай. Так, смотрите, сколько... Так, ну подождите, неужто сюда мне никакая башенка не достает? Ну, получается так, что да. Есть у меня здесь пару клеток. Так, ну вот. 91 миллион, ребята. Потратили 60 миллионов, я практически собрал. Нет, 50. 50 миллионов. Короче, это очень круто. С монетами проблем нет. Главное, чтобы в гавани были предложения. Можно скоро... Скоро накопим... миллион. Ну, не скоро, конечно, но накопим. Так, давайте глянем на Умунозавра. Может, кто не видел, кто забыл. Или еще по какой причине. По-моему, сможем его даже сейчас покормить. У меня там вроде бы были Умунозаврики. Да, вот, ребятки, давайте сделаем сейчас 30-го Умунозавра. Блин, вот надо было мне вот купить. Сколько миллионов... Миллионов мяса надо было купить чуть попозже. Чисто автоматически вижу деньги, говорит, знаете, идешь, видишь, на дороге лежит 100 баксов, просто берешь и хватаешь. Вот так же и я. Увидел шаровое мясо за золотые монеты, просто нажал, а у меня уже было полно. На-на-на-на. Давай, давай. Хорошая анимация, красиво выглядит у Умунозаврик. У него уникальная внешность, да, такая вот челюха, голова с такими зубами, ни на кого больше не похожа. Так, вот так вот выглядит первый, вот так вот выглядит, ну разница небольшая,
На самом деле, да. Ну, кстати, вот кожа блестеть-то перестала. Вот на 30-м он блестящий. Такой прикольный. В чешуе весь. В чешуе, как Златгоря, 33 богатыря. Вот такой вот, в общем-то, монозаврик. Ну, в общем-то, с этим мы закончили. Идем-ка куда-то. Так, кстати, да. Есть какой-то хак, как можно играть в виповские турниры, когда ты не вип. Ну, не знаю, это я еще не проверял. Можно будет проверить. Итак, у нас битва за набор энтелодонтом. У нас битва подводная. Не ожидал. Не ожидал. Так, ну и что мы будем брать здесь? Да, так вот. Так вот. И вот. И банана к бимусу давайте. Ну, довольно сильный у нас противники. Практически максимальный левел. Давайте попробуем. Ну, давай. Можно кусать. Так, хотя, правда, сейчас подменится на Генодуса. А, неправильно поставил. Надо было вторым ставить банана к бимусу. Ну, вот так вот сделаем. Мы просто не выдержим еще раз. А вот гаденыш взял, накопил один бальчик. Думаю, он себе не в защиту поставил. Тому придется его пробивать. Ну да, он атакует на все три. Сейчас посмотрим, что там тилозавр у нас. У него сильный удар, но, правда, у меня не... Это же слабенький тилозавр. Да, надо брать банана гнилуса и разбираться с ними. А, два удара всего лишь, ребята, всего лишь два удара, представляете себе? И Генодус повержен. Он моего хайнозаврика завалил. Ух ты, прикольно у него хвост, не обращал внимания, что у него такой хвост по кругу, весь в шипах. Так, членистоногий появился. Ой, какой членистоногий? Головоногий. Так, он, по-моему, ударил на полную, да? Мы сделаем, здесь сделаем два. В общем-то, победили. Вау, сразу ворота. У нас такой подводный день. Три балла у него осталось. Это его никак не может спасти. Сейчас будут просто стадо повержены. Давай, тилозавр. 43 тысячи, а у него было 3 с копейками. Короче, около 12-14 артакантусов можно было завалить. Так, это был у нас первый бой. Теперь у нас второй. Нам нужен рифовый кто-то. Берем рифового. Берем поверхность и берем пещеру. Ну, как видите, второй бой у нас намного легче, чем первый. Три разных класса животных у нашего противника, собственно говоря, как и у нас, только они противоположны. Ну, Дункалиостей нам не страшен. Не хочу, ребятки, просто прерывать запись, там, сворачивать игру, открывать этот вайбер, потому что можно еще видео так запортачить. Так что, пустое окошко вайбера пусть вас не раздражает. Атака на 4. Просто не помню, у него был балл или не было. Атакую на 2 с запасом.
Мы все равно здесь легко победим. Я так расслабленный, особо не считаю. Просто наслаждаемся прекрасными видами. Так, ну вот. Мой головоногий, в общем-то, отдыхал этот целый бой. Второй бой. И остался последний. Вообще, ну это вообще легкотня. Даже не знаю. Тут одним генодусом можно все раздать. Попробуем. Раздать одним генодусом. Один удар и хана. Так, там у мегалодона здесь самый сильный укус будет, да? Плезиозавр вообще не страшен. Атаковал. Вы это себе представляете, на что он рассчитывал? Там две буквы еле-еле снес. Короче, третий бой у нас вообще просто на расслабоне, ребята. Ну и все, прощай. Представляете себе вообще полностью без сопротивления. Как забрать конфетку у младенца, как говорится. Взяли и просто победили. Сгинь. Очень красиво, мне нравится, как оформлен энтеладон. Набор энтеладона. И вот его величество, ужасная свинья. Так, ну что, у меня здесь есть еще редкий набор. Давайте же сразимся. Так, если я возьму этого, он подменится на того. Ну, в общем-то, плюс-минус все правильно. Давайте сделаем вот так. Чтобы он не подменялся, чтобы он атаковал, чтобы мы его быстро съели. У нас 2400. Ну, за два удара мы его съедим. Вот просто не защищаемся. Он нас атакует на 2, и мы его убиваем тоже на 2. Но он не захотел. Ну и ладно. Давай, атакуй на 3. Сменился, ну ты что, смешной? Вот дурачок. А я что взял? Я же хотел взять этого. Я же Метрефодона брал. Как оказался здесь Гаргазух? Ёшкин кот, у них морды похожи на миниатюре. Да. Сменился, атакует на 2, не смог. 1, 2, 3, 4, 5. Один лишний, но то не страшно. Давай, 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 давай. Атака на 3, и мы сейчас его доедим. Давай, давай. Бывший царь будет повержен. Я про Приатридона. Ну, собственно, Гаргазух тоже бывший царь. Два бывших свели счеты между собой. Вот так вот, ребятки, легко мы разобрались. Даже жаль, что у меня не взялся Метриофодон. Ну и ладно, в общем-то. Так, а суть того, как поиграть можно в VIP-турнир. Нужно, чтобы у вас были пройдены все турниры, вот как у меня сейчас.
Бесконечный, по-моему, сюда не относится. Вот, у меня никакие турниры недоступны. Временные. Блин, у меня это заглючило эту кнопку. В общем-то, мы сейчас вот просто находимся в парке, чтобы игра была запущена. Там около 20 минут. Потом нам выскочит уведомление вот возле кнопки схватки в левом нижнем углу. Вот, типа, не забудьте пройти еще один бой. И, в общем, если мы на него клацнем, тогда, по идее, этот бой может состояться. Ну, сейчас проверим.